Сегодня настраиваем рояль Эстонии. Я уже тут приготовил вот все инструменты. Ну, состояние видите сами. Тут, ну, начнем просто с чистки хотя бы, потому что он тут просто трындец. Я даже боюсь представить, что там под клавиатурой. А там тоже все очень весело. Вот можно посмотреть, тут механика вся в пыли. Просто миллиметровый слой пыли, наверное, тут. Ну, поехали. Зацените, как я почистил рояль. На это ушло у меня почти полтора часа. Дека бы просто не видно было вот этой надписи вообще. Здесь творилось бог знает что. Тут все было черным-черно, просто вот так вот, как сажа. Сейчас мы будем менять вот эти две струны. Они у нас, вот они идут сюда. Соответственно, приходит на вот эти два колка. Ну, начнем с того, что мы будем выкручивать. Раз. Два. Раз. Два. Так, теперь нам надо как-то это дело подцепить. Один есть. Есть. Берем микрометр и замеряем диаметр, толщину. Так, 0,5, 0,80, 0,83. Тут крестики-нольки, что ли, играл какие-то. Понятно. Надо какие-то зацепки, зарубки. Ну, теперь давайте искать вот среди этих двойных 0,83. Так. Замеряем. 0,85. Ну, допустим. По длине подходит. По длине не подходит, потому что он обломан. Так, это толстая. Это еще толще. Да. Какие варианты у нас еще? Это еще более толстые, длинные. Значит, у нас получается вот из этих, наверное, что-то. Ну, давайте возьмем вот эту, 0,83. Так. Так, сейчас сообразим. Это у нас короткий. Нет, это у нас длинный. Можно перевернуть его. Вот так вот. Угу. Короткий идет в ближний. Угу. Натягиваем и пошли крутить. Должна вниз уйти вот сюда под нее.
Ушла. Отлично. А теперь начинается самое интересное. Так. Здесь. Где это? Это штука специальная для штифтов. Есть. Берем Horizon и ставим нормальные. Так, вот здесь. Так, вот теперь они ровно встали у нас. И пошли дальше крутить. Так. Так, переберем такую прокатную штуку. Чтобы струна легла равномерно. Угу, есть. Так, но остальное я дострою, ладно, потом когда буду. Итак, вот у нас уже сделали мы таким образом две струны. Ну, в смысле, четыре, две ноты. Ну, осталось еще вот эти вот все доделать. Такая вот работа.